Всем привет! В этом ролике хотелось бы рассказать, куда я выложил свои модели, которые показывал в роликах на канале. Удалять я в этот раз их не стал, чтобы освободить свое время. Ну и в принципе модели рабочие, с них можно еще что-то будет сделать. Это вот сайт такой 3D база. Вы здесь делаете свою вот эту страничку. И регистрируйтесь, закидывайте сюда вот свои модели. У вас получается ваш вот этот аккаунт. Вы можете нажать кнопку «Загрузить модель». Здесь у вас статистика продаж, настройки, портфолио, покупки, коллекции, выплаты и так далее. Выход со страницы. Вот здесь у меня Lens Sterling, Sparky, Volt. Все это с костями. Вот мультяшные. Какие с анимацией, какие без. Почтальон Джаспер, Нерок, Труп невесты. Я очень давно его делал. Вот он теперь тут. Борис. Гусь тоже с костями. Под анимацию. Лицевые там тоже есть. Доктор Стрэндж, Хеллбой, Куба. Никак я его в ролике не развил. Хотелось бы сделать, чтобы он играл вот на этом, как он, саджо или баджо. Называется японский инструмент. Так, черепаха-ниндзя, тигр, скелеты здесь вот присутствуют. Леон и Матильда, Локи, Джо, Гарднер и так далее. Я еще буду сюда выкладывать. У меня там их немножко еще осталось после сортировки. Как сюда выложить модель? Значит, у вас модель должна быть, вот это вы делаете рендер полностью. Ну, давайте я вам покажу. Так, загрузить, допустим, модель. Нажимаете, здесь все подсказки, просто нужно читать. Интернет у меня сегодня плоховатый. Здесь вы вбиваете в первой строке название, добавьте превью, это ваш рендер. Один будет или с разных ракурсов. Вот вы можете тут 5, 6, 10 закидывать, без разницы. Загружаете zip-папку с моделью. В zip-папке полностью должно все текстуры переименованы на английский быть. С модели должны быть удалены камера, свет, ну, чтобы вот чисто одна модель была. Вас опять же ведет, вот здесь вот есть куратор, как он называется, администратор, вон не куратор, администратор. Если что-то в какой-то модели не соответствует, вам присылается вот сюда на почту сообщение, что вам нужно исправить и перезагрузить модель. Вы опять открываете эту страницу, поправляете модель, закидываете ее заново в zip-папку и по новой вкидываете вот сюда выбрать, закидываете новую вот эту вот, новый вариант модели, словом. Дальше у вас здесь идет теги. Вы добавляете, что будет искать именно человек, зайдя на сайт. По словам. Ну, допустим, там машина, ягуар, там, я не знаю, самолет. Как называется самолет, возможно, модель. Ну, это вот здесь вы уже разберетесь. Описание. Что здесь нужно сделать? В описании нужно добавить, откуда модель. Ну, допустим, из мультфильма. Или, допустим, модель из кино, или допустим, ну, модель произвольная, ваша лично, то пишите, придумано там, допустим, мной. Ну, все произвольно, там таких больших стандартов нету, прям в словах. Так, геометрия. Здесь вы нажимаете. Вот у вас здесь есть варианты полигональные трисы, полигональные, вот какие у вас полигоны есть, выбираете. Дальше что? Лоу-поле? Да, нет, не определено. Если там смешанная какая-то, допустим, где-то высокополигональная часть, а где-то низкополигональная, ну, сборная модель, то вот ставите «не определено». Здесь вы пишете, сколько у вас полигонов. Здесь вы пишете, сколько у вас вершин в проекте, в Blender или, допустим, в ZBrush. Там все это дело отмечаете. Так, выкладывать можно здесь модели, забыл сказать, CTL, FBX, общую, Blender. Сейчас я все это дело еще внизу покажу. Так, текстуры присутствуют, нет, да, нет, ставите. Если
Что-то вы где-то здесь в значках ошибетесь, но не столь важно. Материалы, да, нет, развертка и так далее. Читайте скелет, есть анимация, нет анимации. Для 3D-печати подходит модель или нет. Формат файлов, вот вы видите, сколько здесь форматов вы можете закидывать. Это Maya, кинотеатр 4D, ZBrush, FBX, 3D Max и, короче, все присутствует. Дальше рендер. Это Cycles, Corona, V-Ray, Arnold. Ну вот где вы делали, допустим, рендер. Ментальный луч. Я не знаю, что это такое. Многое. V-Ray еще так на слуху. А в основном, ну, циклы. Cycles, вот это. Так, выберите основную категорию. Здесь вы выбираете, нажимаете, выбираете категорию, которая принадлежит вашей модели. Анатомия части тела, допустим, персонаж, интерьер, двери, окна, зеркала, шторы и так далее. Какая подходит, выбирайте, нажимаете на нее, она здесь высвечивается. Так, в комментариях здесь вы указываете сумму, которую вы хотели бы поставить для вашей модели. Вот тут здесь вот. Ну и соглашаетесь. Подтвердите загрузку модели. Здесь вы заключаете соглашение. Даю согласие на участие модели в распродаже. Далее отметить нельзя. Читайте. Ну, отменить нельзя это все дело. Вот такая штука. Так, ну и загружаете модель. Все, модель загружена. Ждете модерацию. И если модерация прошла успешно, то нажимаете портфолио. И у вас высветится вот модель, и здесь, что прошло модерацию, и та сумма, которую вы указали. Возможно, эту сумму модератор еще изменит сам. Вот так вот. Если модель не подойдет, вам поставят, здесь будет надпись бесплатная, она повисит некоторое время, и потом они ее сами удалят. Так что, если вы модель сюда выложили, а с компьютера удалили, но она вам нужна, лучше потом, когда увидите надпись типа бесплатная, сразу себе заново и сохраните. Вы можете модель себе скачивать бесплатно. Вот это как Яндекс.Диск или облако. Вот вы сюда закинули, модель продается, и вы ее в любой момент можете скачать и по новой там с ней работать. Вот такая информация по 3D базе, куда вы можете выложить свои модели. Все, всем пока, до свидания.